История, почему я стала топ-лидером, как стала топ-лидером, какие трудности я преодолела, вот, то есть обо всем об этом. Конечно же, многие из нас уже знаете о том, что у нас команда, много достижений, это факты гордости за прошлый год. Я часто в презентациях об этом упоминаю, но как все начиналось, как все происходило, на самом деле это было очень сложно. У меня был наисложнейший путь развития, поэтому, когда все говорят, ой, там повезло, это надо было раньше начинать, или у меня так не получается быстро расти, или у меня не получается регистрировать людей, и еще какие-то, да, трудности, то я хочу сказать, что все это у меня было, как у всех, может быть, даже гораздо больше, чем у вас. Об этом я расскажу. Итак, да, моя история. Я очень рано начала самостоятельной. Стала бы 16 лет, работала уже на 3 работах. Мой папа был военнослужащим, мы часто перемещались по России, и я училась в 10 школах. И каждый раз я была новичком, таким забитым новичком. Мне было сложно выступать, и любой стишок, либо параграф, который нужно пересказать, я всегда просила, ну, когда меня вызывали к доске, у меня был ступор, и я просила поставить мне 2, лишь бы только я не выступала. То есть 3-4 человека, у меня паника была, то есть такой забитым человеком была. Но, тем не менее, я начала потихонечку меняться, стала пробовать, везде пробовала, хотела пробовать себя в разных областях, поэтому вот в 17 лет уже работала на 3 работах, пробовала. В 18 лет я уже была в основном в составе модели Краснодара, то есть мы еще перемещались по России, и самое большое достижение – это выступление на неделе высокой моды. Но в 19 лет я вышла замуж, я настолько влюбилась, что бросила все работы, все, и уехала в маленький поселок Сибирско-Алтайского края. То есть, скажем, разрушила карьеру модели, и все-все-все. Мне казалось, я начну снова с чистого листа, и не знаю, будет что будет. Мои друзья, мои напарники, они поехали в Москву, я должна, в принципе, должна с ними была бы из Москвы, они стали очень известными людьми, ну как, условно, да, больше всего, конечно, Женя, это моя напарница, с кем мы ходили все время в паре, было дефиле, она снялась, я не знаю, больше, чем, наверное, уже в 50 фильмах разных, сериалах, очень известных. И вот у меня самое известное, ну, для меня был неродиск красивый, когда впервые я ее увидела. Она играла модель там, мне так, Женя, потом я видела ее постоянно выступающей ведущей, она новости делала, утренние новости вела, да, и я так думаю, Слава был режиссером, кроме того, во многих рекламах и фильмах снялся, я думаю, ну, неизвестно, как была бы моя судьба, но в это время я жила в Сибирском, в маленьком городке, в замкнутом, и ближайший город был Барнаул. На тот момент нужно было доехать минут 15 на автобусе, а потом еще час на электричке. Все. То есть вокруг сосновый бор, зима, постоянно снега, снег вот такой, все. Да, вот цивилизации практически никакой. И у меня депрессия вначале была, но кто это ищет, тот всегда найдет. Здесь на фотографиях видите моих родителей, вот такая вот я была молодая, мне было все легко, и если взять компанию Oriflame, то я работала, я быстро нашла основную работу, финансист, точнее бухгалтер сначала, да, и начала развивать там карьерную лестницу. Росла по карьерной лестнице, и моя подруга меня пригласила в Oriflame. Это было практически в новогоднюю ночь, 2002 на 2003 год. И она меня пригласила, не разместила ни одного заказа, потому что, ой, это там далеко, разбираться, в Барнаул. Она вот зарегистрировалась, была, знаете, вот пустым дисконтиком. Ой, это сложность, и бросила Oriflame. Вот, я начала разбираться, у меня не было на тот момент, когда я работала моделью, у меня было очень много косметики, я взяла буквально с собой, там, у меня там 15 тушей, было много теней, потому что мы сотрудничали с различными компаниями, там, например, Max Factor, там, L'Oreal, Maybelline. И когда я уже в 2003 году, уже прошло 3-4 года, моя косметика начала заканчиваться, я начала куплю Maybelline тушь или там Max Factor, а она уже не та, то есть я пробую это качество, то есть в тот момент пошла сплошная подделка. Ароматы мне дядя привозил
он капитан дальнего плавания, все время новиночки, дарил, баловал, да, и я пробую, там, Жадо, например, Dior, покупаю в магазине, а они не те, да, и я спрашиваю, вот смотрите, это Жадо, а что у вас? Он говорит, ну это Жадо, я говорю, вот это Жадо, а что у вас? Смотрите, совсем разные ароматы. Он говорит, ну а где вы покупали? Ну, я говорю, ну вот дядя привозил с Европы, ну, сравнили, да. То есть, я говорю, вы хотите сказать, что покупая за 2-3, ну, и сейчас больше 1000 рублей, я изначально покупаю имитацию, ну, они разводили руками. Я поняла, что если я зарегистрируюсь в Oriflame, то есть у меня сразу щелкнуло, я хотя бы не буду, хотя бы, точнее, я буду покупать напрямую производителей без посредников. То есть на тот момент у меня была страшная аллергия практически на всю косметику. Вот, но когда я работала бухгалтером, у меня не было денег. Не было денег настолько, что платили мало военным. У меня не было даже 149 рублей зарегистрироваться, поэтому я попросила, зашла в коллектив и говорю, давайте вместе все будем покупать Oriflame. Я буду ездить в Барнаул, буду делать заказы, только давайте по себестоимости скинемся по десятке, и все будем там, совместные закупки будут у нас. Еще раз, совместные закупки, термин у меня был в 2003 году. Вот, скажем, мне было опять же таки скучно, я же привыкла работать на трех работах, поэтому одновременно я преподавала в модельном агентстве по воскресеньям дефиле макияж. То есть, в принципе, получается, Oriflame у меня был, основная работа финансиста также, и плюс дефиле. Я понимала, что ездить далеко, и с 6%, ну, как бы, вот у кого было такое, что вы приглашали в Oriflame, а у вас никто не идет, сложно с рекрутингом. Так вот, первая моя регистрация буквально была через год, потому что кого я не приглашала, все говорили, да что, я поеду туда, непонятно, далеко, в другой город, чтобы забирать заказы, причем было так, что 80% было отсутствующих. Поэтому вот кому не приглашаю, все отказываются. Кому не приглашаю, все отказываются. Ну, можно было бы бросить и сказать, что Oriflame не работает. Но тут и сказали, что максимально вообще можно. У нас были топ-лидеры в нашем городке. Топ-лидеры очень крутые. Они, я помню, что они купили стиральную машину на деньги Oriflame. Они были на уровне 9%. И сказали, что это максимальное, что можно достичь в Oriflame. Вот. Но тут раздался звонок, и мне позвонили женщина, говорит, я ваш настоящий лидер, Валентина Константиновна Расторопова, я живу в городе Новосибирске, ну, чтобы так сказать, что это где-то 4-5 часов от нас на автобусе. Я приехала на один день, вот если вы в течение часа прибежите, мы с вами познакомимся, я отвечу на ваши вопросы. И именно тогда она рассказала, показала кружочки, рассказала, что здесь можно построить бизнес, и в среднем раз в квартал приезжала к нам на выходные, дарила подарки, организовывала, как сейчас модно, фэнс-сессии, да, я поняла, что здесь что-то есть, и она мне помогла открыть офис. Офис на тот момент был подписан на нее, и она на автобусе мне пересылала коробки, разгружала на вокзале, я их получала на трассе, на санках, зимой, там, в минус 30, минус 40, ночью, в любое время суток я встречала, то есть я ловила автобус, да, и стояла, это было очень, конечно, такое жутко, но, опять же таки, что такое лидерство, когда ты уже на маленьком процентном уровне берешь на себя ответственность и уже делаешь что-то. На работе мне было невероятно скучно, потому что я научилась там вышивать крестиком. Посмотрите, это мои картины. Я быстро работала, финансовый отчет быстро посчитаю, потом начала читать книжки, изучать. И тогда начала изучать книжки, я не знала, как развиваться в Oriflame, поэтому я скупала потом на всех мероприятиях литературу и читала все подряд. Читала, может быть, больше 200, наверное, книг точно прочитала. Потому что не было четкого ответа, что нужно делать, чтобы зарабатывать. И это потом, конечно, все, как бы, знаете, как у вас картина, пазлики потихонечку раскладываются, и когда нужно, они вдруг, вот эта информация всплывает. 2004 год. На основной работе меня повысили, и я стала не просто бухгалтером, а военным финансистом. И на тот момент вот эта вот такая сказочная жизнь, вышивка крестиком, книжечки, такой потрясающий коллектив, это все поменялось, и
финслужбе дивизии, когда еще выше поднялась, там было все наоборот. Жесткий коллектив, завистливые женщины. То есть у нас все столько было сложным, да, все время какие-то претензии были, какие-то подставы, потому что на, чем выше ты поднимаешься, тем больше человек хочет на эту должность, начинается все. Помню, когда в отпуск ушла, был подлог документов, исчезли документы, и меня сместили на другую должность из-за того, что якобы я там что-то нарушила. Но через 3-4 месяца эти же документы нашли, были подшиты в тот месяц, когда я была в отпуске, но смысл в чем? Меня сместили на другую должность. Но тем не менее видели, что у меня есть мозги, как бы, и мне предложили стать начальником финансовой полка. Я даже не могу вам сказать, это как главбух на самом крутом предприятии, примерно вот так. Вот, но в тот момент уже мне было 25 лет, мне как бы мы уже с мужем 6 лет жили, и у нас никак не получалось с детишками. Мы уже что только не делали, прошли кучу анализов, все. И мне, понимаете, уже такая, знаете, апатия, депрессия, скука, ну вот, ну я уже найду, вот она практически моя карьера, вся финансиста, но что-то не то, не то. Вот это вот зависть, да, вот это, ну это не, неправильно, так не должно быть. Вот, и мне такой приснился сон, это было на Благовещение, вот, я, а скажите, кто суеверный? То есть именно есть вот такие, что сны в руку. Вот мне снился сон, что снится монахиня, и она мне что-то рассказывает. Я говорю, вот, хочу деток, все уже надоело, не могу же. Она мне об Орифлейме. Я говорю, да ну этот Орифлейм, ничего не хочу, мне деток надо, уже пора, уже мне 25 лет. Она говорит, Орифлейм. Я долго с ней спорила, потом она молча меня подводит к комнате. Комнате, знаете, вот раньше была комнатка маленькая, спаленка, там 1.5 на 2 метра, открывает шторку, и там полностью все иконами. Она говорит, молись. Я такая, хоть бы Отче наш вспомнить, я кроме этого ничего не знаю. Что-то начинаю, пытаюсь молитвы, и оттуда пошла такая сильная энергия, ударила мне в живот. Я проснулась. И я обнаружила, что у меня полностью весь живот в родимых пятнах, живот весь, поясница, все, и это долго не сходило. Я поняла, вот он знак, почему она мне говорит «Орифлейм», и она мне, думаю, все, ну если уже так, и эти пятна не сходят, думаю, наверное, это мое. Почему я должна именно мне в живот энергии, наверное, что-то связано с «Орифлейм», что у меня потом дети будут, я не знаю. Ну, в общем, вот такая история. Еще до этого, перед этим, мне, когда я была маленькой и мое день рождения совпало с Пасхой, мне тоже приснился сон, и я не понимала, к чему он меня ведет. Это я лето, ой, точнее весна, я везде салатовый свет, вот прям все в салатовом, это был мой любимый свет. И я смотрю, сверху с небес спускается Господь и меня зовет наверх. Я поднимаюсь на гору, он мне дает ароматный хлеб, такой ароматный прям, душистый, говорит, посмотри вниз. Я посмотрела, внизу стояли люди. Говорит, тебе этот хлеб будет даваться легко, сделай так, чтобы этот хлеб был у них. От этого я проснулась, я нарисовала на яркостях картину, потом был конкурс, я послала на телевидение, я выиграла Библию. Ну вот, в общем, у меня почему-то вот это связано было, и когда я вспомнила вот этот сон, Библию, люди, плюс вот эти родимые пятна, я поняла, что финансист – это не то. Мне нужно развиваться здесь. Мне нужно помогать людям. Сделать так, чтобы этот хлеб был у них. В общем, вот... Верят, не верят, я принимаю решение, меня уговаривали долго поехать, вот получается, это 2005 год, то есть 2 года меня, у кого спонсоры уговаривали ехать на мероприятие, и они отказывались. Вот я отказывалась, потому что 4 часа ехать до Новосибирска, это очень долго. В Барнаул я пыталась попасть на мероприятие, но мне отказывали, потому что я еще не директор. Я не знала, что делать, у меня не было спонсора, позвонить, да как была дорогая междугородняя связь, хотя мне лидеры звонили примерно раз в месяц, но это было так, короткий звонок. И когда я приняла осознанное решение, я начала быстро расти, 12%, 15%, 18%, все, я ставку сделала на Орифлейм, посещала все мероприятия. На тот момент я стала ездить часто, сейчас будет еще одно фото,
Не знаю. А, вот, один раз в месяц, каждый месяц я ездила в Новосибирск. То есть я приняла решение, вот кто-то говорит, ой, далеко ехать. А, отпрашивала с основной работы, всякие справки брала, но я понимала, что нужно мне ехать и нужно обучаться, потому что если нет обучения, значит не будет роста. А потом буквально мне уже говорят, все, все, и тут же у меня светит карьера повышений, после Нового года сразу меня повышают на заместителя финансовой службы полка, я становлюсь военным лейтенантом, финансистом, то есть это очень круто, поверьте, сразу в дивизии работать. И одновременно идет новогодний бал, и вы знаете, как делает компания «Орифлейм»? Настолько шикарно. В каком-то там 18 веке встречали швейцары, вся еда была, вот что там только не было, но это было такое классное шоу, простите меня. Вот, сейчас скину телефон, кто-то звонит. Вот, это было настолько классное шоу, были гадания, все, ну, такая стилистическая тема была интересная вообще, то есть такой праздник, я познакомилась с Йоханом Розенбергом, и я приняла решение, и в новогоднюю ночь все проставлялись, я сообщила, что я увольняюсь. Я купила проставу, там шампанское что-то, все смеялись, думали, что это шутка, потому что после Нового года должна сбыться такая мечта, на которую все стремились, и, ну, как бы это был абсурд. А что дальше? 14 февраля я открываю квалификацию на День Святого Валентина, я открываю квалификацию директора. А даже когда я увольнялась, почему я приняла решение, на тот момент работы несколько часов, мой доход был гораздо больше, нежели чем я работала в Орифлейм. Ой, в основной работе. А вот, вот что у меня творилось дома. На тот момент не было возможности снять какой-то пункт выдачи, поэтому все коробки, все было у меня дома. Может быть, кто-то застал такой, может быть, из старичков, да, что вот дома сбор коробок. И в течение, наверное, 5, да не знаю, там 8, пока я, наверное, нет. С 2003 по 10, 7 лет выдача была на дому, потому что нельзя было где-то снять офис. Это потом только уже далеко было. Я проводила различные конкурсы «Мисс Сибирский», и основной мой напарник была Светлана Волкова, когда она пришла практически сразу, и это мой основной лидер, с которым мы делали кучу мероприятий. То есть Света Волкова, она сейчас стала лидер, и практически вся сейчас структура это в Сибирском. Вот. Что дальше? Дальше было 13 мая, на день рождения моего брата я закрыла звание директора и поехала в Москву. Но я понимала, что для того, чтобы быть больше, чем директор, нужно обучаться. И вот кто был директор, кто уже звание директора закрыл и ездил в Москву? Вот я, например, для себя определила, что я должна поехать на неделю, пусть это будет стоить дорого, я буду снимать где-то квартиру у родственников, оплачивать, но вот только пройти все обучение, что нужно. Я записалась абсолютно на все мероприятия, вебинары. Там я познакомилась с Ниной Кулыгиной, с ее сыном. Они мне все пока подсказали, рассказали и провели через все обучение их структуры. То есть я получила полный пакет, что должен был сделать новичок. Но опять же таки, на все мероприятия новичка я ходила так, как я должна рассказывать новичкам. На все презентации ходила возможность Орифлейм, как я должна рассказывать презентации, понимаете? Поэтому, когда вас зовут на какие-то вебинары, а вы говорите, ой, я все знаю. Нет, вы смотрите эти мероприятия с позиции, как вы должны рассказывать. То есть, понимаете, уже немножечко другая разница. И в тот момент я уже закончила все мероприятия, банкет директоров. Нас собирал как раз Илья Перфильев, может быть, помнит этот день. И когда я пошла на мероприятие, у меня был блокнотик, он полностью был исписан вопросами. Потому что, а как работать с молодежью, как работать так, как система вот так, какая система вот такая, как вот так, как вот так. Я помню практически все мероприятия, я поднимала руку, у меня были различные вопросы, дурацкие или не дурацкие. И рядом сидела вот девочка в полосатой кофте. Она говорит, ой, боже мой, как же тебе не повезло, у спонсора нет. Бедненькая, как тебе не повезло-то, ай-яй-яй-яй-яй, ну вот такие вопросы, ну вот ну да, вот ну да. И потом она мне позвонила через несколько дней, когда я уже приехала домой, она говорит, Ир, ты помнишь, вот мы с тобой общались, вот я еще тебя жалела, так я вот твой вышестоящий лидер, оказывается. Говорит, мне так неудобно, ну вот ты знаешь что, а вот сейчас вот мы едем на Канарские острова, а поедешь со мной спутником? Я такая, а, спутник, да, конечно.
И все, на тот момент я настолько, я помню, у меня случилось счастье, и тут я вспоминаю, что нужно, она говорит, ну только сегодня нужен загранпаспорт. И я вспоминаю, что мне буквально месяц назад приснился сон какой-то яркий, насыщенный, что я на каком-то острове, какие-то мероприятия компании Oriflame, настолько все ярко, красочно, что я проснулась и просто пошла делать загранпаспорт. Думаю, зачем-то это мне надо. Причем это сумасшествие, потому что у меня у мужа какая-то там самая высокая секретность доступ, я работала финансистом, у меня секретный доступ, ну, был, то есть мне бы, по идее, вообще не могли дать этот загранпаспорт, вот. И когда вот это вот сообщение, я тут же вспомнила, прибегая домой, у меня муж начинает орать, где, что, какой там загранпаспорт, я думаю, главное убежать от мужа, чтобы такой всплеск эмоций прошел. Беру этот бланк, прибегаю, буквально остается там 10 минут, я получаю загранпаспорт, прихожу, выслушиваю крики, вопли, истерику, вообще, что такое, как, какие, что загранпаспорт, я ему объявляю, что я еду на Канары, он говорит, все, только через развод, никак. Я достаю книжку энциклопедии, начинаю искать, где эти Канары находятся, нашла, изучаю, я не помню, что он говорил, там было все. Но вот такая вот фраза, что-то я ему сказала, что «Юра, ты меня когда-нибудь отвезешь на Канары?» «Нет?» «Если ты мне не доверяешь, если ты не веришь, то, наверное, стоит развестись. Если ты не веришь, мне не хочешь меня понять, мое хобби, что мне нравится». Ну, в общем, а потом говорит, да что ты переживаешь? Мне же еще ничего не дадут, там какой-то шенген дается. Ну и вот так. Наверное, на тот момент он просто замолчал и говорит, я говорю, да пусть по воле случая, поеду, хорошо, нет. Ну, вот как бы прошло время. Поэтому, когда вам даются какие-то знаки, и вы очень сильно что-то хотите, действуйте. День в день. Сон приснился, пошла, сдала паспорт и получила. Может быть, вот ну, какие здесь совпадения? Есть люди, у которых мужья против. Наверняка у многих, ну, как-то ну, против бывает, потому что мы занимаемся много времени Oriflame'ом. Они хотят, может быть, больше внимания, где-то там с едой покушать, где-то там что вещи разбросаны, не убрались. Бывает же такое. Я думаю, все с этим сталкивались, и у нас доходило то, что вплоть до развода выкидывал каталоги в форточку. Но потом я нашла такое примирение. Поговорила тоже с ним серьезно, когда уходила спать на кухню, буквально на табуретках спала. Я ему говорю, Юра, у каждого человека есть хобби. Это мое хобби. Мне это нравится. Я работала моделью. Мне нравится косметика. Я уехала к тебе в Алтайский край. Я бросила карьеру модели. Я бы сейчас была в Москве. Пусть это хобби останется у меня. Я тебе честно говорю, что больше никогда денег из бюджета не возьму. На косметику, на платьишки, на все. Я обещаю, что на субботу-воскресенье мы будем дома. Я не буду в это время работать в Oriflame. То есть, когда ты дома, все забывают. Но, пожалуйста, разреши мне этим заниматься. И он мне разрешил. С того момента я копила деньги, откладывала все, что есть. Вот я вам рекомендую, вот если в каталоге написано по полной стоимости, сколько это стоит, ну, со скидкой, там, например, 30%, но по полной стоимости, вот эту сумму берите из бюджета, раз он говорит, это фигня, он говорит, что я не могу себе позволить деньги, вот эту стоимость берите, откладывайте. Если скидка 50%, а вы покупаете про запас две штучки, окей, значит, считайте, что это сейчас 50%, и вы сэкономили, что купили две туши. Делайте 30% скидку и откладывайте все в копилочку по полной стоимости, как бы вы были клиентом. Вот так вот я накопила сумму, и когда мы поехали в магазин просто перед Новым годом, зашли в магазин, в торговый центр, начали ходить и увидели классный телевизор и домашний кинотеатр. Ой, классно! Ну да, классно, и пошел. Говорю, вот представляешь, бы у нас такой был, да ты что, это все дорого, и все. Я тут же подхожу на кассу и говорю, мы покупаем. Он не понял, в смысле, как покупаем? Я достаю из кармана деньги, и наличкой я отдаю. То есть это было, например, как сейчас, это 1150, примерно вот так. У него вот такие глаза, шок, откуда у тебя деньги? Я говорю, помнишь, ты мне говорил, что ты никогда не лезешь в мой бюджет? Я все трачу на себя, что я хочу. Я сейчас трачу на себя. То есть ты мне сказал, что я ничего, деньги не беру из бюджета, а ты говоришь, что ты никогда не влезешь в мой бюджет, то, что я сэкономила с Oriflame. Ну, эти какие-то копейки. И тогда у него был шок, он говорит, а что, у тебя есть деньги? Да, еще есть. А сколько у тебя? Какая тебе разница?
Через месяц он говорит, а что, у тебя правда есть деньги? Я говорю, да. Ну, а сколько тысяч есть? Я говорю, ну, тысяч 100 у меня будет. У него был шок, после этого мы поменяли машину. То есть, знаете, деньги сейчас как, наверное, 1400. Вот, после этого он стал мне доверять, он стал уважительно относиться. Поэтому, если ваши мужья не верят в Oriflame, ждите, потихонечку собирайте деньги, а потом устраивайте вот такие вот сюрпризы. Банкет директоров, вот это вот мероприятие. Далее, кстати, готовьтесь, у нас сегодня будет очень такой большой вебинар. Если вам куда-то нужно спешить, вы можете идти, потому что я буду очень много своих фактов из личной жизни рассказывать, которые мне привели к успеху. Кто мне помог в Oriflame? Это Наталья Гришаева. И этот человек с большой буквы, которым я просто вот, ну, это моя как и вторая мама, мой второй спонсор. Я не знаю, кем его можно назвать, но тот шок, который я узнала о ней, был как раз-таки, когда был семинар. Я помню мероприятие, как обычно, идет обучение, все, потом где-то в 9 часов вечера начинают все расходиться, она ко мне подходит, говорит, нет, 11 часов, потом была дискотека. И она подходит ко мне, говорит, Ира, говорит, мне так плохо, говорит, у меня температура, ну, пожалуйста, помоги мне собрать всех лидеров. Ну, не знаю, я посмотрела, сотрудник компании Oriflame, она не уходит после мероприятия, сказать, она просит дальше собрать всех, она говорит, сейчас начнется самое главное. Собрали всех людей, собрали в беседке, и где-то до 4 утра мы все общались. Ее задача была свести и познакомить всех лидеров. Хоть у нее была температура, и вот тогда вот такое отношение в любое время, и когда на уровне потом я старшим Валтем была, или там Сапфировым, она меня взяла на плотное сопровождение, мы общались в любой момент по скайпу, я могла ей в 2 часа ночи написать, в 3 часа ночи, то есть она работала до 2 до 3 примерно, и я то есть, с ней обсуждала в 2, в 3 часа ночи любые темы. И меня удивило, что такие есть сотрудники компании. Поэтому огромная ей благодарность. То есть отдельно почему-то какие-то слайды, они съезжаются, я не знаю, что тут здесь есть. Я могу очень много рассказывать о том, как я приняла решение стать топ-лидером. Когда я приехала на конференцию, увидела, конечно, это роскошь отелей, как вот старички уже в возрасте там 70-80 лет ходят в обнимочку и отдыхают. Для меня понятие пенсионер это было вот он пенсионер. На грядке, огороде с нищенской пенсией доживают люди. И я тогда приняла решение, что я хочу быть таким пенсионером и с мужем, с детишками путешествовать. И когда мне будет 80 лет, вот так же по миру ездить отдыхать. Для меня был шок, когда я подошла к основателям компании за автографом. Он мне не только подписал книгу, но и взял за руку и на английском языке что-то там рассказывал, пожелания какие-то, спрашивал, как я чего достигла, чего-то. Я вспомнила своего начальника, когда я увольнялась и вообще, когда к нему подходила. Он вообще полный игнор, когда я даже уволилась, да спасибо, до свидания, даже ничего не пожелала. Ну, ушла, подумаешь. То есть вот это отношение, миллиардер, я помню, что в тот момент я куда-то ушла и, наверное, полчаса сидела, наверное, вообще вот в полном шоке, как такое может быть. И когда я попала в VIP-зону топ-15 мира, Илья Перфилев как раз меня туда пригласил на банкет, я поняла, что я хочу быть там, в VIP-зоне. Я поняла, что это классно не просто быть где-то, а быть лучше среди лучших. И тогда я говорю, все, я четко буду бриллиантом, я хочу быть бриллиантом. И с того момента я писала везде, я бриллиант, я бриллиантовый директор, я бриллиантовый директор, везде. И каждый, вот знаете такое, что вот ты пишешь свою мечту. Год проходит, мечта не сбылась. Следующий год, там, я хочу бриллиантовым директором в 2009 году, опять не сбылась. Я бриллиантов в 2010, 2011, 2012, я все переписываю эту мечту, и я хочу быть бриллиантовым директором, а она все не сбывалась, у меня все не получалось, я не знала, что делать, как. Поэтому, если что-то у вас получается, это не факт. Со Светой мы сделали лучшие показатели в филиале и в нашем маленьком военном городке. Но получилось так, что я случайно стала переписываться со своим, искать своего брата, Лёшу нашла в интернете, оказался это другой Алексей, Сокур Алексей, и я потом познакомилась с его сестрой, с женой, и
Я говорю, Арифлейм, это что, это так круто, это такие показатели, такое может быть развитие. Давайте делать тоже у вас в Архангельске. И вот через Аську мы начали переписываться с ребятами. Я каждый месяц высылала им по 10 дисков на изучение, свои книжки, которые мне помогли в развитии. Помню диск Алексея Колтуна, Хафизовых какие-то, да. И помню, что ребята, вот опять же таки, Лена приняла решение на уровне 12%, что она поедет в Москву на молодежку вот, и будет там работать. В тому моменту я познакомилась с лидерами, с Маргаритой Полежаевой, и мою историю напечатали в книге «Детских советов». Тогда я получила свои первые автографы, и бизнес начал развиваться. После этого я поехала в Архангельск и провела у них неделю. Я показывала, как можно делать презентации, и проводила через каждые полчаса следующую встречу. Встречу. Я помню, что я у меня был нервный стресс после этого, но я им показала, как можно сделать большой поток людей. После этого меня пригласили на конференцию в Шанхае быть спикером и просто как бы с другой командой, с Нина Кулыгина. Я поняла, что можно дружить с разными топ-лидерами, общаться, передавать опыт, и в принципе Арифлейм одна большая команда. Дальше было путешествие, мероприятие в Риме. Я тоже в этот момент поехала спутником. У меня даже никак, я все директор, у меня никак ничего не получалось. Я не знала, что делать. Ну, не получается у меня рост. Вот, ну, застряла на уровне директора, и все. Я даже не знаю, что нужно делать дальше. Вот, и помню, что я приехала, как я вам говорила, что мы только, мы делали ИКО, ИКСИ. У нас никак не получалось забеременеть, И, в принципе, мне все сказали, все, после того, как я попала в реанимацию, после очередной подсадки, мне сказали, все, больше ничего нельзя делать, то есть все. Помню, я приехала с Рима, мне было так плохо, думаю, а с собой, я очень люблю шопинг, я везла по 30... где-то килограмм, наверное, 40 вещей, и раньше были сумки, помню, на шпильках. Все, я прихожу, мне плохо, думаю, ну ладно, задержка. Прихожу, первым я иду, делаю тест, я узнаю, что я беременна. Причем уже срок был большой, я была в шоке, как я могла на таком... У меня было шоковое состояние, у меня уже там срок 2 месяца, думаю, что, как, откуда? И... мероприятие я никому не рассказывала, да, там, вот, правда, конкурсы красоты проводила, у меня был жуткий токсикоз, после этого мероприятия я больше не работала, я ушла в декретный отпуск. И никому не рассказывала вначале, никто не знал, но я начала потихонечку узнавать, и оказывается, как только wellness вошел в Россию, у моих знакомых, у Натальи Гришаевой, у руководства, еще у кого-то, буквально разница 1-2 месяца, и мы все беременны. У нас долго не было детей, и тогда вот я потом уже узнавала Стивенстена, мог ли так wellness повлиять на беременность, и все потом говорят, да, и потом даже рассказали, почему. Вот, но я об этом чуть позже расскажу. Кто были еще мои учителя? Для того, чтобы копаться в мозгах самой себе, понимать, как работать с коллективом, справиться с депрессией, с лидерами, когда вдруг идет конфликтология в коллективе, это нормально. Нужно было понимать психологию. Да? Я обучалась у Елены. Лукерка Елена Ректор год, это на базе гарвардского образования. В общем, каждую среду они проводили вебинар. Мне это очень помогло. Вот. Что еще по поводу... Все говорят, ой, все классно, все здорово, но на самом деле в команде было очень много и предательств, и когда очень тяжело, когда ты вкладываешь в человека больше всего... Получаешь, ну вот у меня такая была история, что у меня была моя подруга, самый лучший лидер, я в нее, ну, все вложил. И сделала большую ошибку, может быть, у кого-то так было, что я оплачивала заказы за лидера. И она меня шантажировала, говорила, вот если вот, ну вот у нас нет денег, но у нас большие заказы, она в каком-то маленькой, не, типа село какое-то. То есть на наши деньги порядка 200 тысяч я вложила в структуру, и постоянно эти деньги крутились. Мы копили на машину, и постоянно вот это, то есть 150 тысяч отдадут,
Опять 150-200 занимаю. 150 отдадут, и вот на 15% все эти заказы я вот проводила. Скажите, кто-то занимал своим лидером на заказах? У нас было такое? Потом, когда в очередной момент мне понадобились деньги, она не отдавала, до сих пор там хорошая сумма денег осталась, но мало того, она посчитала, что как я могла так поступить, забрать деньги, потому что у нее не было заказов. Ну, в конечном счете, вот она, когда я забеременела, она мне там, ну, не буду говорить, только что у меня одна беременность сорвалась благодаря ей, она меня достала, ну, на нервной почве. Вот, и она потом взяла и перерегистрировала структуру Долженко, потому что когда я была в реанимации, подсадка у меня была, и я должна быть в реанимации, я проводила заказ, и я пропустила ее один заказ, ее новичка. Она устроила мне такую истерику, все, и сказала, что я очень плохой лидер, лучше бы я ушла к другим. Ну, там она мне высказала, все, у меня там сорвалась беременность. На этой почве у меня истерика была, у меня просто как подруга лучше могла такое мне сказать, зная, что я в таком тяжелом положении. И в конечном счете она ушла к структуре Долженко, ну, ушла к Перфильеву. Марина, Мариночка, иди отсюда. Вот, в общем, вот такие люди бывают разные, поэтому если ваша самая лучшая подруга предает вас и к вашим, скажем, конкурентам уходит, да, ну вот такое тоже может быть. Иди. Вот, но она так и не понимала. По поводу, когда у меня родился ребенок, Маришке было 6 месяцев. Маришка, заправь, пожалуйста, до конца постель. Ну что ж ты делаешь? Когда было ребенку 6 месяцев, я поняла, что если я не буду, то есть мне нужна няня, я просто не смогла справиться. И поэтому я приняла решение, 6 месяцев у меня должна быть няня. Вот, мое расписание с 9 до 10 часов, это была уборка квартиры, приготовление обеда. Причем, когда я готовила обед, я понимала, что 6 часов, я это время, 7 часов, да, так, 7-8 часов у меня была няня, я должна это... Ну, я отрываю от ребенка. Каждые 10 минут я расписывала, каждый час у меня должен был расписан, что я делаю. Поэтому, когда я готовлю обед, в это время я себе делала план, что я должна себе сделать за это время. То есть вот так вот, и быстренько-быстренько убиралась. Дальше с 10 до 18 часов. 30 минут теоретический обед был, на самом деле я брала 10 минут для обеда, все остальное я отрабатывала. Каждую минуту я думала, у меня не было времени с кем-то больше пообщаться, то есть все четко-четко здесь, сообщение, кандидаты, сообщение, регистрация. То есть вообще максимально у меня было, что за каталог у меня было 100 регистраций, то есть в среднем у меня было 50-60 личных регистраций, вот четко рекрутинг, это вот секрет роста. Далее с 18 до 21, 3 часа, это было на семью, прогулка, опять же таки приготовить, покушать, вот побыть дома дальше. У меня муж ложился спать, отдыхать с 21 часа до 3 часов ночи, когда ребенок спит, у меня была вторая смена, я работала. То есть получалось, и кроме того, каждые 3 часа было кормление с ребенком. То есть вы представляете, какое вот это было тяжело, когда было кормление с ребенком. Каждые 3 часа у меня было контрольное планирование. Я ложилась с листочком, я отмечала, что пока ребенок грудью ты кормишь, так, что я сделала, что мне еще сделать, что еще надо, кому позвонить, кому ответить сообщение. То есть в это время я думала и делала анализ, что я сделала. Плюс у меня дневничок был. Вы представляете, вот так вот. Вот в таком вот темпе я работала. И самое было сложное, когда я открыла уже директ... Нет, закрыла... Да, закрыла звание старшего и, короче, 3 директора у меня закрылись в разнице в 2 дня. То есть 3 группы одновременно шли. Я начала выступать на мероприятии, рассказала, как я работаю онлайн, система. И больше года я создавала сайт, вот вы видите первый. Я не знаю, почему слайды, они все съехали. Марина, пожалуйста, иди, пожалуйста. Мариш, не мешай. Мне 7 лет. 7 лет, хорошо, все. Мой сайт украли, взломали, и все регистрации, которые я делала, они уходили кому-то. Завладели полностью системой доступа. Я делала на сайте «Ресурс народ». И вот мне было так обидно, что в основном я в 2-3 часа ночи, то есть ночью я посвящала сайту. Где-то часа 4 каждый день я отводила время на сайт. Его украли.
как могли так поступить? Мои лидеры отвернулись от меня, потому что я рассказала систему обучения, на сайте была система обучения, и начался поголовный спам, все вышли в интернет, с регистрациями стало туго, и они говорят, зачем ты все это рассказала? То есть вот конфликт, то есть когда я в один день потеряла все, и лидеров, и сайт, вот у меня был очень большой депресняк, но спасибо этому, благодаря этому я стала создавать новый сайт OriOffice, который стал самым посещаемым и самым лучшим, ну, самым востребованным в компании, то есть по посещению, все, я стала вкладывать туда время, то есть я понимала, и очень хорошо, что была полностью система переписана. В 2008 году мы создавали проект, видите, вот три лидера, с которыми мы все делали. То есть девчонки передавали опыт, Катя была самой первой в истории Oriflame, кто сделал звание на одноклассников. В тот момент, когда я только узнала, что я забеременела, я тут же ушла в декретный отпуск. Я вот выходила буквально там на 5-10 минут Кате что-нибудь ответить. То есть мы могли не общаться, но все, Катя, вот эту вот систему, как работать на одноклассниках, придумала больше всего она. То есть у меня был поток регистрации в среднем, 70 где-то в каталог, но я не передала, как я это делала. Ну, так, на словах рассказала, потому что я абсолютно не системный человек, мне тяжело было пересказывать, все это сделала в основном она, да. Светлана Волкова из «Больше как продавец», да, она свои фишечки рассказывала, то есть, ну, вместе создавали, и вот... Вот благодаря вот этим девчонкам, да, там, ребятам, вот Сокур Лена Алексея, она «Подари подарок другу», директорскую группу построила на этом методе, вот я сделала, вышла на доход более, 100 тысяч рублей в месяц с грудным ребенком. Поэтому все возможно, если работать очень плотно, много и постоянно анализировать. Вот это наша команда, девчонки были безумно счастливы, и наконец-таки вот сдвинулся опять пункт. Но опять же, таки моя мечта – стать бриллиантовым директором, все равно это было долго-долго-долго. За достижение мою дочку напечатали на обложке журнала. Опять же, как это получилось? Маргарита Полежаева говорит, Ирина, вышли фотографию Маришки, что-нибудь там, планшет, что-то, как-то, но она в тот момент... Мои фотографии! Ларин, беги. Она в тот момент слышала, что как бы Маришка, ну, просто как история, вот, но оказывается, такое задание она дала всем своим знакомым, чтобы они выслали, сделали фотографию ребенка. Но я же ответственно пошла, сделала фотосессию, вот, и фотография оказалась лучшей. Вот так моя Маришка стала моделью на обложке журнала. Иди, иди, пожалуйста. Марина, пожалуйста. Вот, а после этого я узнала, что такое быть спикером, приглашенным спикером. Я даже не знаю, как компания буквально таки носит на руках. У меня был личный сопроводитель, я там 3 дня жила. Девочка, которая практически, там, пока я не спала, все время меня сопровождала. Там банкеты, мне потом подарили золотое кольцо. То есть меня в 5-звездочном отеле жила, в котором там президент. То есть вообще я была в шоке, я такая, все, я хочу стать топ-лидером, я хочу стать, это так круто было. Дальше было путешествие, мероприятие компании. То, что мне помогло развиваться. Да, в конце 2010 году я создала YouTube-канал. Практически, я думаю, что он у всех, у многих есть, но я там ничего не записывала, ничего не делала, и... Мое первое видео, которое я загрузила на YouTube свое, это макияж с Oriflame, это было 23 мая 2012 года. Мне это безумно понравилось, и я поняла, что это мое, и я могу передавать свой опыт, что-то. Но я не знала, как делать, у меня была плохая камера. Было очень сложно, и я даже не предполагала, что мое видео «18 способов завязывания палантина из шарфа», которое просто нужно, в каталоге был шарф, и нужно было по акции в Джордане туалетная водичка и плюс шарфик, подарок. Ну, в принципе, как и в каждом каталоге, есть шарфики. Я даже не знала, что, смотрите, сейчас на данный момент его уже просмотрело 238 тысяч человек. Представляете? Это случайное видео, случайное. Вот вы видите мою статистику. Это вот 2012 год, я осознанно поняла, что нужно делать ролики. И причем минимум нужно, чтобы вас узнали, чтобы вас смотрели, нужно выкладывать минимум одно качественное видео. Чтобы было оно без всякой воды, чтобы обрезано, всякие охи-вздохи убирать, там продумывать. У меня, я смотрю свои ролики первые, просто кошмар. Я...
я, да, в принципе, да, я вижу свое развитие, свои ошибки, но тем не менее. Если кому интересно, что смотрят, вот это скрин прямо сейчас, недалеко от темы, самое просматриваемое видео. Первое – это 18 способов завязывания палантина, второе – коллекция Юдашки на неделе высокой моды. Очень качественная, когда я сидела, и потом расскажу, и вот так вот, когда все модели на меня шли, я снимала, потому что у меня было VIP-место. Дальше у меня идет помады, моя поездка в Абу-Даби, кисточки, что еще, как быстро выйти на уровень золотого директора, как новичку поехать в Болгарию, 30 способов применения антибактериального средства и так далее. Косметика, вы видите, какие популярные обзоры каталога, то есть в среднем 10 тысяч, вот так. Вот, статистика, на данный момент у меня 1,5 миллиона просмотров. Более 10 тысяч подписчиков, то есть в среднем получается 22 тысячи человек смотрят, ну, видео, что фоном происходит, да. Мне просто Марина, она привыкла работать в Oriflame. Так, вот. Как часто выкладывать ролики? Один раз в неделю. Должно быть обязательно ваше видео. Обязательно должно быть. Два раза. Лучше всего два раза, но не чаще, иначе вы надоедите. Вот, мое первое выступление было для канала Муз ТВ в Париже. Потом я приняла решение поехать в Копенгаген и в Швецию Гелиоза. Для меня был самый главный вопрос у Стига Стена. Спросить, почему и как wellness может повлиять на беременность. Я задала этот вопрос и на что получила такой простой ответ, что поняла. Все говорят, вот у меня там было что-то там у мамы, там давление, у кого сосуды, у кого псориаз, у кого еще что-то. Вот у меня вопрос вот с беременностью. Я спросила, как Стиксен, ну, перевели, да? Изучали ли вы такое, что очень много женщин, которые не могли забеременеть, забеременели? Марина, я тебя просила, иди отсюда. Вот. На что мне дал ответ, что да, wellness это не лекарство. Я слышала по всему миру очень много таких, почему так происходит, и это любая болезнь. Когда мы спим, происходит обновление клеток. 300 миллионов, миллиардов, короче, миллионы клеток кожи, они обновляются. Утром, когда мы просыпаемся, наша кровь пустая, чистая, там нет ни витаминов, и ничего. И что мы с утра положим в кровь, дословно, да, из того будут рождаться наши клетки. Если мы получаем наши клетки на 80%, если убрать воду, состоят из белков. Если белки будут неправильные, то и клетки будут рождаться неправильные. А вы сами понимаете, что сейчас в мире происходит. А неправильные клетки, мутированные клетки дают мутированные клетки. Мутированные клетки не могут дать здоровые клетки. А ваша клетка – это белок. И я 7 лет создавала эту формулу, чтобы был там состав, вот соотношение белков, как гликемический индекс. Все просто. Что утром у вас попадет в кровь, из этого рождаются ваши новые клетки. Вот так я забеременела. Неизвестно что. Мы лечились. Как это произошло, что вот оно бегает. Очень сильный иммунитет. Все наши wellness дети, вы сами знаете, наверное, много кучу историй wellness детей, как и принимали во время беременности, что лучше показатели крови. Знаете, простой доступная история, которая... Простой ответ, скажем так. Но я хочу, чтобы в этой маленькой мини-презентации своими словами каждый может объяснить, почему идет оздоровление организма. Из-за наших белков. Тем более сейчас такое шикарное средство сделали сразу белок. Вот. Дальше я съездила на мероприятие компании, был Китай Хайхэ. Дальше шикарная была конференция, лайнер мечты, которая примерно такой же будет. Вот. И что мне запомнилось с этого лайнера больше всего? Я безумно хотела в Монако, Монте-Карло, посмотреть этот Лас-Вегас, как что происходит. Я прям видела, как живут люди. Мы пробежали там, потом поехали в Ниццу. Я помню, что мне Наташа Гришева сказала, Ирина, говорит, у нас будет совет консультативной группы «Россия». Вот у тебя там такая презентажка твоя есть. Смысл в чем? Когда меня начали засыпать вопросами, вот почему одна система обучения, одни и те же лидеры, одна компания, все одинаково, но почему-то одни лидеры растут, а другие нет.
Почему так происходит? И как-то вот мне говорили некоторые и топ-лидеры, и некоторые просто директора, такие обидные слова говорили, что да, ты кого-то больше любишь, ты там секретики рассказываешь, знаешь. Но все это систематизировала, и создала 12 пунктов того, почему при одной системе обучения у одних получается, у других не получается. Тест. Вот. И Наташа говорит: Ир, ну вот там наши свойские вот консультативная группа, поделись, расскажи об этом тесте. Я говорю, ну ладно, в принципе. Так вот у нас Ницца была, вот это очень насыщенный, помню, был день. И еще остается буквально полчаса до отхода лайнера. Мы решили еще покупаться там. В общем, я с мокрыми волосами. Все, ну тут там же все свои, кружочек. Ну я знаю, как Наташа Гришаева устраивается. Ну между собой там кружочек, везде пиво стоит, и мы сидим, общаемся между собой, рассказываем какой-то опыт. В общем, я захожу, и оказывается шок. Впереди нас сидит полностью все руководство, начиная Маруса Брэнс, на основателе, все полностью, весь состав. Дальше сидят топ-лидеры, и я единственный выступающий. Зная то, что как я боюсь выступать, я понимаю, почему Наташа мне так сказала. Я был шок, я вспоминаю, у меня мокрые волосы. Я быстро ухожу, я подсушиваю феном, у меня истерика. Я говорю: Наташа, что ты со мной делаешь, как? Все, единственная у меня презентация, и я должна презентовать свою презентацию руководству. Потому что ей она настолько понравилась, и мне было очень приятно, что после этой презентации Магнус, Йохан, потом Джеспер, они все попросили ее скинуть на флешку, потому что они увидели, насколько это все гениально просто, и действительно все пазлы сразу складываются. И в течение много времени, уже многих лет, я сейчас часто все планерки провожу на базе этой презентации, потому что уже сколько лет прошло, и если вы хотите, потом я и с вами проведу такую планерочку. Ну, практически вся моя команда знает эту презентацию. Вот. Нам подарили книжки, потом у нас был ужин с руководством, прям вот я настолько плотно начала общаться, познакомилась, то есть уже мы после мероприятия, меня начали воспринимать руководство, и через переводчика мы уже до часу ночи мы общались, и я рассказывала идеи, фишки, креатив, но за одним столом. Представляете, как это круто, через переводчика. Мы настолько сблизились, вообще это было круто, а на следующий день было утро к завтрак с руководством. Вот для меня это было такое шоковое состояние, понимаете, вот вообще, это вот было это мероприятие. А на следующий день у нас был в Помпеях, как раз мы встретились с руководством, и мы еще вместе гуляли по Помпеям. Вот. А после того, как я приехала, мне подарили подарок от компании, я получила Volvo. И еще вот такая очень интересная история, когда я узнала, что был конкурс с макияжем, нужно было сделать макияж и сделать фотосессию, и лучшее фото, победитель поедет на неделю моды. Марина. Вот, и я настолько, я поняла сразу, как только, я никогда ни в каких конкурсах не побеждала, но я поняла, что это мой конкурс. И большое спасибо моей команде, которой я просто говорю: девочки, помогите мне, пожалуйста, я должна победить. И там, я не знаю, во сколько раз, в общем, команда мне помогла, было там больше всех и лайков, и поддержки, и меня поддерживали, это была моя мечта. Я даже не знала, что это оказалось не только просто там неделя моды, это гораздо круче, нас посетили в 5-звездочном отеле, к нам каждый день приходили визажисты, делали макияж, возили на шикарных машинах. Когда на нас был секрет, открылся. Нам не говорили, что это был Юдашкин. Нас подвозят к студии, там бутик, двухэтажный бутик Валентина Юдашкина. У нас он сказал, что лично Юдашкин отобрал нам платье, которое под каждое, потому что изучил все, портфолио, все, и сказал, что вот это, потому что он должен был приехать к нам лично, отобрать еще, отработать, поговорить с каждым, но он приболел, и у него на следующий день открытие недели высокой моды, он не успевал, там что-то с пробками, все, и мы до последнего ждали, но он не успел. Поэтому у нас перед тем, как неделя высокой моды была, он нас там встретил, с нами пообщался. Мероприятие у меня было вообще, честно говоря, шок. Оно настолько было шикарное, украшено, неделя моды, везде были логотипы, все пироженки были там с Oriflame, ну вообще очень круто, такой высокий уровень.
Ну, действительно, я была шокирована и тем, что у нас была отдельная вип-зона со звездами. Вот как у вас топ-лидеры в Орифлейме бывают на мероприятиях банки, то же самое у нас была вип-зона со звездами. То есть там и вот, хотел сказать, Мадонна, Пугачева, Сысоев. То есть все артисты, я с ними общалась, с Ириной Понарошку, с... В общем, со всеми фотографировала, снимала, вот интервью у них брали, я также, вот, например, Киркоров, это вот я тут же рядышком, я снимаю Киркорова, то есть видеокамеру, как ему задают вопросы, это, для меня это было шоком, с Яной Чуриковой у нас отдельно очень долгая беседа была, с Зарой, Ольгой Орловой, то есть они все такие, и они знали, что я работаю в Oriflame, для меня было шоком, что они нормально это воспринимают, что да, я лидер компании, но то есть, со мной были две девочки-менеджеры. И они нормально, они понимают, что если ты вошел в вип-зону, значит, ты чего-то достиг не просто так, значит, у тебя есть харизма, значит, ты что-то преодолел, достиг. И когда, ну да, потом у нас была фотосессия общения с Юдашкиным, получила кучу комплиментов, и самое главное, для нас сделали вип-зону так, что все модели шли нас, мы были, именно нас представляли, что мы победители, что The One там с косметики, и на нас было все внимание, и получается, мы сидим впереди, ну, то есть, типа как для нас был этот показ, открытие недели высокой моды, а по бокам сидели звезды, то есть те же самые там Киркоров, там Алсу, там так далее, вот по бокам звезды, а на нас весь шок, то есть я знаю, что это VIP-места, съемки, и я вот так вот сидела и снимала видеокарты, у меня это был шок. Когда-то я выступала на неделе высокой моды, но быть почетным гостем и сидеть в платье, которое стоит 170 тысяч от Валентина Юдашкина, который сделал тебе комплимент, подобрал платье, вот это компания Oriflame. Ты не знаешь, настолько это, ребят, настолько высокий уровень, и только там я осознала, что вот, понимаете, все там, ой, фи, ваша Oriflame, вот я вот у меня, я пользуюсь только крутыми брендами, открывает косметичку, там одна тушь Dior, там еще что-то, но она вот такая крутая, там, Oriflame это фигня. Но Валентин Юдашкин это тот человек, который светил высокой моды, все его были модели накрашены Oriflame, если он не доверял качеству лаков, косметики, вы представляете, он мог бы сорвать себе показ. Понимаете? Он бы мог себе сорвать показ, потому что чуть что, понимаете, тональная основа может под софитами потечь. Если потекла софита, модель – это лицо, понимаете? Испортить внешний вид – это модель, это макияж, да? И когда я видела, я шла в гримерке и смотрела, что красят только косметика Oriflame, и вот так вот Юдашкин бегает, смотрит, где как, чтобы все нормально было, проверяет, я вот так вот думаю, и что, это правда, что ли? Вот когда ты это видишь изнутри, тогда ты понимаешь крутость нашей компании. Они так, ой, фи, ваша Oriflame. И когда с тобой, наравне звезды общаются и видят, кто ты. Знают, кто ты, что ты в Oriflame работаешь. Ну, в общем, вот так вот прошло мероприятие компании Oriflame. А самое интересное, я туда вообще, по идее, не смогла бы поехать. Почему? Потому что... А просто некому сидеть. Муж говорит, никуда ты не поедешь, никуда не поедешь, не с кем Марину оставить. Мы жили, переехали в Омск, вообще ни няни, ни знакомых, но никого нет. И свекровь согласилась приехать и посидеть с Мариной. Она очень скептично относилась к Oriflame. Я помню, когда я была старшим золотым директором, и мы должны были поехать в Москву, мужа постоянно туда звали. Я помню такое, все сидим за столом, ну, наконец-таки устроишься на нормальную работу бухгалтером, и будешь там хорошо зарабатывать. Ну, вот примерно что-то было так. И я помню, что вот отец его плохо относился, и для меня это так было больно. На тот момент, то есть я проработала порядка там 8 лет, и это была несерьезная работа. То есть то, что я зарабатывала 100 тысяч, это несерьезная работа, это какая-то фигня, а работа финансиста-бухгалтера – это престижно. И вот когда она приехала ко мне, ну, ради Марины поддержать, и она увидела все это со стороны, она увидела вот это платье, сама пощупала Юдашкина, мне там еще подарили... Видите, у меня вот еще украшение, это в комплект, в подарок с бриллиантами. Это там уже отдельная была тема, то есть мне подарили, презентовали вместе, как и победитель. Но я это особо сильно не афишировала, потому что это, ну, это отдельно дополнительно, чтобы это, девочки не получили это. Ну, там какое-то все это вместе было что-то, вот вся я была одета, вот красиво, то есть. Когда-то она увидела, одновременно мне, я приехала, мне дали журнал «Добрые советы», где напечатана была статья. Я помню, она сидела молча долго, говорит, Ира, подпиши меня в Oriflame. У меня был шок.
как она и хочет работать в Oriflame, она позвонила своей дочери, сказала: «Все, Лена, ты работаешь в Oriflame». С того момента она тоже, Лена, начала работать в Oriflame. Это мой новый директор. Поэтому если ваши родственники не воспринимают 10 лет, это нормально. Самые ближайшие люди, если они не верят, когда-нибудь у них щелкнет. И прошел буквально год, и Лена, сестра моего мужа, ее напечатали в историю в Cosmopolitan. То есть она повелась на статью. Она, когда она увидела, что меня напечатали в журнале, она согласилась работать в Oriflame. Пожалуйста, прошел год, и ее, представляете, вот опять же таки, кто что хотел, тот это и получил. И она ее напечатали. Вот. А по поводу девочки, по поводу записи вебинара, я не знаю. Опять же таки, наш вебинар будет еще, наверное, полчасика, потому что я рассказываю истории, вот такие вот, которые вот моменты не всегда рассказываю. Вот, а дальше мероприятие было, конференция в Сингапуре отдельно. И я помню, что когда я была в Сингапуре, был перелет. Ой, я не так ошиблась, да, нет, это тогда я была в Абу-Даби. В Абу-Даби. Я помню, получила практически весь месяц, январь, каникул, ну, грубо говоря, мы отдыхали, я прилетела в 2015 году, я получила зарплату плюс премию, премия 805 тысяч была за звание дважды бриллиантового директора, ребята, и мой доход был 1 миллион рублей. Это был мой рекордный доход, это справка, она мне так напоминает, что там можно столько зарабатывать. Вот, дальше еще интереснее, специально, получается, ровно, у меня было так, что ровно 9 лет назад, 14 февраля, я открыла квалификацию директора, и прошло 9 лет, и сегодня я открыла 9-ю группу. Что хочу сказать, что когда был 10-й год, на 10-й год, на 14 февраля, я открыла квалификацию исполнительного директора. Ну, конечно, это было в натяг, искусственно. Я добивала украшений, мне просто был надо пункт открыть квалификацию исполнительного директора. Вот просто надо было ровно 10 лет, как зарегистрироваться, открыть исполнительное. Да? Вот. Но опять же таки, Oriflame – это не только рост. Рост. Дальше пошло, я не буду рассказывать все, там и где-то предательство было, и перебежчики в разные компании, и в Faberlic, и еще куда-то, еще что-то, еще курсы. Вы понимаете, вот как мне говорила Хафизова, говорит, мы потеряли за свою работу 11 директорских групп. Некоторые даже не достигали того, что мы сделали. Я понимаю, что вот люди приходят, уходят, что-то происходит, да, я иду к этому квалификацию, я, ну, в процессе, как я хочу стать бриллиантом, я знаю, что я буду также исполнительным, но, знаю, это просто процесс, пройдет время. Вот, а самые мои классные достижения, чеки, это все с командой. Это, конечно же, команда, это достижения, и вот... Даже это непередаваемое ощущение, что такое значит команда, как она тебя поддерживает, что она делает. Вот мы сейчас осуществляется моя самая главная мечта, это вот наша новая квартира, которую полностью я заработала на деньги Oriflame, ремонт на деньги Oriflame. И меня практически 3 месяца не было онлайн. Я так иногда там раз в полчасика захожу в интернет, и я, ребята, в шоке. Я в шоке от того, что все работает. Все девочки между собой поддельно в чатах идет дежурство, все выступают на вебинарах, все происходит. Я взяла себе мини-отпуск, вот как мне Наташа сказала, Гришаева, говорит, никто не заметил, как мы сделали ремонт. Мне говорили, что ремонт в квартире можно сделать за 3-4 месяца, полгода. 2 месяца назад, когда мы сюда приехали, у меня не было даже проекта дизайна квартиры. Через 2 месяца мне полностью сделали ремонт. Все говорят, у меня брат в шоке, потому что такого качества ремонт он делает 3 года. Я решила сконцентрироваться и потратить 2 месяца только на ремонт, чтобы сделать себе то, что я хочу, забыть, что такое ремонт, и дальше делать квалификацию исполнительного директора, пахать точечно. Не просто, понимаете, когда что такое концентрация, на чем ты концентрируешься, то ты получаешь. Когда ты делаешь и это, нифига не получается. А мой секрет. Я поняла, что если ты делаешь одну директорскую группу, ее нужно сопровождать каждый день. Когда у тебя много команд, то рассредоточение по командам – это тоже ты теряешь звание. Вот, например, я быстро подняла 12 групп, да, но без вас, когда вы поднимаете много групп одновременно, они могут не справиться, и они начали просесть. И я к этой группке бегаю, и это
плохо. Поэтому мой секрет, что я сейчас буду делать, это точно брать команду, доводить ее обратно, восстанавливать, укреплять следующий. То есть вот так. По поводу звезд. В Oriflame я познакомилась с очень многими звездами, поняла, как действительно нужно быть, каким человеком. Я познакомилась с Кирой Пластининой, и я даже не представляла, что такие скромные миллиардеры есть, потому что, ну, понятно, кто такая Кира Пластинина, и настолько она душевно общается. Если бы я, честно говоря, если бы я ее встретила в обычной жизни, я бы ее не узнала вообще. Ну, такая скромненькая девушка, очень скромная, знаете, вот просто настолько скромнейший человек, общается, миленькая, там поболтали, мы похихикали, да, и я думаю, что вот это вот, а некоторые, смотрят, там, звездные болезни, там, миллионеры, там, знаете, вот я очень сильно удивилась, что такие люди. Я познакомилась с блогерами, вот самый классный, самый большой для себя урок я получила, один из самых больших уроков от Димы Билана. Кто-то его любит, кто-то ненавидит, смеяется, кем только его не обзывают. Но мне нравились в одно время, когда он только пошел, мне нравились его песни, я как бы, ну, очень хотела, да, одна из целей была мечта там сфотографироваться, познакомиться с Димой Биланом, но я не знала, что я с ним познакомлюсь настолько близко. И я помню, что, помните, я вам говорила, что у меня самое страшное выступление, это выступление на сцене, вообще, то есть там 4 человека, я просила там учителя поставить мне двойку и потом пересказывала после урока, потому что когда я вижу людей, мне сразу все, понимаете, все теряется, я даже забываю, как меня зовут. Вот у мамы у меня клаустрофобия, она очень боится лифтов, потому что она застревала. Вот так же я боялась людей. И представляете, мне нужно выступать на 10 тысяч человек. У меня истерика, у меня была такая истерика, у меня такой был мандраж, я боялась выйти, потому что я знаю, что я бы забыла свой текст. Я учила свой текст месяц, но я забывала, я перехожу перед сценой, я понимаю, что я его уже не помню, вообще ничего не помню. У меня вот, ну, блок такой, знаете, клаустрофобия, вот примерно так же, фобия такая была. И помню, мне выступать, видит, что я там переживаю, ко мне подходит Дима, обнимает меня, говорит, ну чего ты переживаешь? Ну вот, говорит, ты представляешь, вот сейчас я пойду выступать, а вот передо мной эти все люди, я их не знаю. Да? Если я пою, то я все эти стишки, все наизусть знаю, все хорошо. И то, если я, когда я волнуюсь, это лучшие мои концерты, это лучшие. Если я переживаю, значит, это меня трогает, это лучшие мои выступления. Если где-то как-то там, ну, на автомате, ну, это так, я просто знаю, что я не доработал. И смотри, сейчас я выступаю, мне час нужно что-то занимать публику и рассказывать о том, в чем я не силен, не мое. Ты представляешь, как мне сложно. Так что, говорит, что расслабься, у тебя там сколько, 10 минут, ну, это что, все нормально. Обнял меня, все хорошо. Говорит, так, давай, собирайся, и это будет твое лучшее выступление в жизни. Я помню, он выходит тоже после него, он мне дает микрофон, меня подбодрил. И я вышла, это действительно было мое лучшее выступление. Понимаете, вот получать такие советы от звезд, и когда они такие простые, когда они тебя обнимают, ну, вот это первое, вот в пиджачном пиджаке, вот как вот своего человека, однополчанина, там вот как на одном уровне. Для меня это был шок. Так, мероприятия, мои команды, так, еще. Я бы сейчас на каждом слайде вообще очень много бы рассказывала, да. Мечта осуществилась и для моей мамы. У нас дальше была в 2015 году Валенсия. Я маму пригласила на юбилей. Там можно кучу отдельных историй рассказывать. Дальше вот эти я начала собирать фотографии со звездами, общаться с ними. Когда ты в VIP-зоне, тебя легко проводят за кулисы. Мало того, тебя просто проводят и говорят, это топ-лидер компании Oriflame. Прям в гримерку. И вы с ними общаетесь, нормально общаетесь. Понимаете, когда вас представляют. Поэтому я вам всем рекомендую быть минимум уровнем бриллиантового директора и общаться, знакомиться и получать уроки от звезд. Наша команда путешествует. Понимаете, когда ты путешествуешь один, это одно. Но когда ты начинаешь путешествовать с командой и видеть счастье в их глазах, это совсем другое. Вот эти лучики, это первое море, первый взлет, первый перелет. Вот это, понимаете, как вот дети ходят и начинают ходить, поднимаются, там первые слова. Вот примерно то же самое, вот это счастье. Для меня это было, вот для меня самое яркое путешествие, это было там. Причем ко мне подходили практически человек 5 и спрашивали,
Ты беременна? Ты беременна? Ты такая, говоришь, счастливая, ты светишься изнутри, как будто там у тебя беременность. Меня вот, вот такой, почему-то меня все спрашивали, но вот самое большое счастье, я просто светилась от того, что мои детки, вот они все пришли, приехали. Вот, потом был еще банкет, я дальше могу очень много рассказывать про мои команды, как мы с командой собирались, какой они мне сюрприз приготовили, про песни, которые они пели. Вот, но вот еще хотела пока рассказать такие моменты, вот что-то все слайды, фотографии съехали, которые тоже не все знают, но такое вот, понимаете, что делает компания Oriflame и что не купишь ни за какие деньги. 2016 год у нас была вот такая, сейчас вот будет в Питере, у нас проходить будет мероприятие, я всем рекомендую там быть. Помню, к нам говорят, приходят, говорят, ребята, вот, вот все новые звания, ребята, ну вы, конечно, не переживайте, ничего страшного, но, в общем, вам нужно сойтись на репетицию. Вы кто-нибудь танцевал бальные танцы? Ну, все такие, да нет, не знаю, да что-нибудь. Ну, ничего страшного, у вас будет час. В общем, ребята, вас научат танцевать бальные танцы, как полонез, полонез. Все кто-нибудь танцевал полонез? Все говорят, да, ой, да ничего страшного, в общем, как. Будут люди-профессионалы, кто этот профессионал танцует, вы приходите в паре, то есть один профессионал, и вы, и вас всему научат. Ребята, я была в шоке, насколько я никогда не танцевала, но за час, оказывается, можно выучить танец и танцевать на уровне профессионалов. Если вас обучает профессионал, вы становитесь профессионалом. Дальше нас ждал сюрприз. В Петродворце, в резиденции, там, где прошел первый бал в России Петра Первого, мы открывали полонезом. Представляете, в Петродворце, там, где был бал, вы танцеваете, открываете бал. Представляете, какой шок. Я помню, вот у меня ребенок Маришка, она вот так смотрела, у меня мама плакала, потому что она говорит, да если бы я рассказала, если бы мои родители, папа, там были живы и знали, что я в Петродворце, я сижу за столом, играет вживую оркестр, музыка, и моя дочь открывает бал. Марина, иди отсюда. В общем, ну вот это того стоит, видеть, как счастлива мама, как у нее шок был от всего этого. Вот, видите, потом у меня там дочка звезда в полете, ей вообще безумно понравилось. И вот, понимаете, очень здорово, когда твой ребенок смотрит, изучает мир по-другому. Не по истории, не по книжкам, а вот так. Дальше по поводу моего Маришки, да? Все говорят, ой, вот из-за того, что... Иди, иди, Мари, пожалуйста, иди. Вот ребенок. У меня ребенок, поэтому я не могу посещать мероприятия, там еще что-то и так далее. У меня не было вариантов. Абсолютно все мероприятия, так у меня не было ни с кем оставить ребенка, я ее брала и с собой возила. Начиная с маленького годика, вот видите, первая самая фотография, там топ-15 было, второе было шоковое мне состояние, когда я привезла букет, она не отходила от моих цветов. Видите, вот там 2 годика нарисовано. Дальше в 3 годика она выходила со мной на сцену, она, потому что она присутствовала на всех BMW, она получала со мной все чеки, она выступала, брала микрофон, крутила в барабаны. В 3 годика, ну, мы приехали в Омск, дальше в Новосибирске. В Новосибирск, когда меня пригласили выступать на мероприятии, надо было провести там 4 дня. До Новосибирска с Омска нужно было ехать... Марин. Я хочу посмотреть. Надо было ехать ночь на поезде, минус 40 градусов, вы представляете? Вот кто бы 4-летнего ребенка 40-градусный мороз повез куда-то? Сказали бы, ну вот так вот просто. Я поехала туда, минус 40 градусов. У нас еще от Новосибирска в пансионат туда возили. Там были мероприятия, и она была настолько счастлива. С ней смотрели, за ней все подряд смотрели, и астма смотрели. То есть вот как бы ребенок вот так вот между прочим у нас был, как бы так, она видит, что мама, все нормально. Такая она, знаете, тусовщица орифлеймовская. В 5 лет меня пригласили выступать в Красноярск. Мы больше 2 дней ехали на поезде.
Приехали туда, все мероприятия мы там пробыли, все переживали, все команды, потом мы пошли в горы, как же маленький ребенок поедет в горы. Я помню, что мы самые первые, а там, наверное, километров 10, наверное, надо было пройти пешком. Все переживали, как ребенок поднимется в горы, потом обратно, а может быть мне остаться внизу и не ехать. Я ее, помню, взяла, мы самые первые поднялись на самую большую вершину, спустились. В общем, вот как бы так. Потом мне сказали, что я выступаю в Питере. Это 6 лет ребенку было. Думаю, ну кого с собой брать? Ну давай, позвонила маме, мам, поехали в Питер. Ну мы до этого 3 года жили в Питере, когда я была маленькая. Поэтому мама согласилась с удовольствием. Мы там неделю жили. Сначала 4 дня мероприятия, потом мы там погуляли. Потом мне позвонили, пригласили. У нас был тур по Волге. Пермь, Чебоксары, Челябинск, Казань, Пермь. То есть она вот неделю всю прожила на теплоходе, свекровь. Уже свекровь в теме, она в Орифлейме. Она уже там была, но совершенно по-другому смотрела. Все мероприятия. Сейчас танец Орифлейм, она подбежала тут же с флагом. Там подарки раздает. Где косметические средства? То есть у меня ребенок со мной. И когда все спрашивают, в какой профессии кто хочет быть, я никогда ничего не говорю, потому что я считаю, что ребенок должен сам принять решение. Да, и ни в коем случае мы не должны давить. Она взахлеб рассказывает, как это круто работать в Орифлейм. Какие у нас классные мероприятия, как она любит путешествовать, что это такое. То есть вот я смотрю со стороны, вот. Так что вот такие у нас дети. По поводу мероприятий, еще раз, я вам расскажу, что кто... Я вам просто говорю Орифлейм изнутри. Это не то, что вот обычно, понимаете, как это не то, что сегодня будет не обучение, чего нужно делать, что нужно работать, а то, что вы получаете и что вы нигде не получите ни на какой другой работе. Я помню, что вот я вам рассказывала, что Дима Билан мне помог преодолеть страх и вот эту фобию. Когда мне в следующий раз страшно, я всегда вспоминаю, как меня Дима обнимал и рассказывал, что если ты волнуешься, значит, у тебя будет супер выступление, потому что если ты не волнуешься, то ты плохо сделаешь свою работу, а так ты выложишься на все 100, и как вот эта вот история сразу хлоп, и у меня, понимаете, как якорь, бац. Помню такую историю, что Кипр, нам говорят, я, например, вообще не пою, абсолютно ничего, я не умею петь, я могу танцевать, но я не умею петь, и мне говорят, что я должна петь на сцене, причем у меня свой куплет. Для меня был шок, и у меня надо было свое выступление готовить, и никак не надо было, ну, я говорю, как? Говорит, ничего страшного, то есть будет фонограмма, главное подпевать и правильно. А там настолько был сложный куплет, я его вообще не выучила, и нам рассказали такую фишку. Фишку, когда ты четко можешь, как все поют артисты. Это режиссер сказал, очень известный режиссер, когда ты выступаешь и забываешь свою песню. Очень часто, говорит, так случается с артистами, ступор и забываешь свою песню. Оказывается, что нужно делать? Берешь микрофон, подносишь буквально к рту и говоришь 2×2 = 365, 2×2 = 365, и люди думают, что ты говоришь, и никто не знает, что ты не попадаешь. Вот эту фишку, выучите этот куплет, и в следующий раз, когда у вас предстоит где-нибудь там, вы поете, вот 2×2 = 365, да, вы всегда будете четко попадать слово в слово. Вот. А дальше было смешно, мы прилетаем в Сочи, тут же, вот вообще на самом деле офигеть, в компании работают такие крутые специалисты, самые известные режиссеры, которые ставят постановки, различные шоу звездам, то есть там Петра, я не помню, забыла, как я хотела вот, в Инстаграме найти страничку и как вот его зовут, потому что он не русский. Вот. Он нам рассказывал, как надо правильно выступать, как себя держать на сцене, то есть отдельно за кулисами. Вот ставил классные инсценировки, вот мне делали как неделю высокой моды шоу. Потом как-то мне позвонили, говорят, банкет директоров, на следующий день банкет. Мне позвонили, говорят, Ира, ну, в общем, ты согласна на авантюру? Я говорю, в смысле, что такое? Говорит, Ир, ну вот тебе вот, в общем, это сюрприз для тебя, но буквально за час тебе оденут платье. Ты не будешь знать, какое платье. Согласна будешь, но оно будет классное. Ну, мы там все сделаем, корсеты подберем, все. Ну, ладно, то платье, которое у тебя есть, ты пофотографируешься, но вот так. И вот у меня было так 2 раза, когда у меня, я потом фотографию видите, когда я не знала, в чем я буду. Я доверялась просто 100% компании Орифлейм. Меня одевали, на мне закалывали булавками. Но это были крутые.
классный, интересный, шикарный. То есть редко кто соглашался с топом, потому что, ну я как модель, говорю, ты же моделью была, какая тебе разница, в чем ты идешь? Главное, чтобы ты попадала в цену, этот был шикарный номер и был стилистически. Ну вот, в общем, вот я рассказала тайну, что свои платья я видела за 5-10 минут до того, как я иду на сцену. Вот. А, еще один момент такой, что еще мероприятие компании Сочи. Мы прилетаем в Сочи, у нас банкет, мероприятие. Помню, этот режиссер подходит ко мне и говорит: Ира, не пугайся, сразу говорю, что у тебя будет выступление, но оно будет необычное. Ну, в общем, самое страшное, ну, ты на каблуках, ноги длинные, самое главное, залезть на куб. Метровый куб залезешь, но у тебя ноги длинные, нормально. То есть там будет выключен свет, тебе нужно быстро залезть на куб метровый. Все нормально? Справишься? Ну, все, это самое сложное. Я говорю, да, хорошо. Так, ты когда-нибудь скрипку в руках держала? Я такая, какая скрипка? Нет, конечно, ничего страшного. Я тебя научу. Нет, не я. Вот девушка, у нас есть Ренессанс, камерный оркестр, который победитель там всех международных конкурсов, по миру ездит. Вот девочки будут петь. Ой, девушки играют, но они тебя научат держать скрипку. Так, что еще забыл, А, музыка. А, тебе нужно будет попадать в ритм. Блин, ну ты ж песни не услышишь. Так, 10 минут. Ну, в общем, ты будешь стоять в центре куба, ты должна правильно в ритм попадать. Ты должна смотреть на девочек, как они играют, чтобы в ритм попадать, и чтобы никто не узнал, что ты не профессионал. Девочки играют вживую, у тебя отключен звук. Ну что, в принципе, ты справишься, ничего. Главное, залезть на куб. Понятно, не свалиться куб. Остальное все фигня. Я, конечно, была в шоке. Девчонки быстро мне показали, как держать скрипку, как приседать, как вот делать, чтобы как профессионально никто не заметил. Потому что я была в центре, девочки были по краям. Получалось такое шоу, и в конце я снимаю капюшон, и вот я снимаю плащ, Ирина Басюк, и я выхожу. Вот, в общем, вот такие фишки, поэтому я говорю, что компания Oriflame, вот это что-то необычное, это необыкновенное, это не просто беготня с каталогами, это не просто какое-то втюхивание помад, сетевой маркетинг, секта, это вообще необычный мир, который просто переворачивает, который делает реально чудеса. Поэтому я вам всем желаю быть лидером, идти на все авантюры. Вот что бы вам компания ни говорила, делайте. Делайте. И у вас будут классные чеки, премии. Я вам говорю, что не все будет получаться. Вы будете плакать, будут приходить люди, уходить. Но тем не менее, даже если вы долго будете идти, лет 10, 15, 20, ваша жизнь все равно пройдет. И вы, кто-то может с одной работы прыгать на другую, сменять и иметь стабильный доход, стабильную работу. Но когда я спрашиваю, сколько людей стабильных работ сменило, а что я работаю в Oriflame 15 лет, и за это время я вышла на рекордный для меня доход, прошлый год доход, но это с премией, я заработала 5 миллионов. А если бы я была работала финансистом, военным, я бы была просто в жабьей шкурке, я ее так называла, с утра с 9 до, там, до 6 работала, ходила в этой форме, и я была бы, понимаете, это вот просто жабью шкурку одеть, в форме ходить и не видеть вообще мира, жить в панцире. Поэтому работать, да, сложно. Работать, но это открытие всего, открытие мира всего, пробовать вкусы, видеть все, окружающий мир настолько прекрасен, изучать географию не по учебнику, а вот так. Не просто попасть в какую-то страну, а чтобы для вас выступали лучшие звезды, жить в пятизвездочных отелях, ну как в Майами, например, у нас была, да, страна, где мы жили, ну попробуйте в Майами сами слетать. Я вам всего этого желаю и всегда идите к своей цели. Всегда идите к своей цели, как бы вам сложно ни казалось. Большое спасибо, что вы присутствовали на этом вебинаре, что я, конечно, не все рассказала, потому что дальше можно было рассказывать много историй. Я и так задержалась, я говорю Марине Илье, говорю уже, я, наверное, выступать буду на полтора часа. Вот, да, спасибо вам и до встречи на мероприятиях компании. Целую.